Вопрос, кстати, я время от времени буду прерывать свое выступление рекламными роликами, ладно? Первый рекламный ролик. Ксения Полтева, Гриша Донской, к прослушиванию обязательно. Спасибо. Ребят, просто прослушивание обязательно. Еще раз говорю, не потому, что это как здорово, вау. Нет, это совершенно другая история. Знаете, как в математике, есть люди, которые занимаются чистой математикой, вот просто ради математики. Так Ксения Полтева, то и Гриша, они занимаются чистой поэзией, просто потому что кто-то должен этим заниматься. Вот просто должен кто-то заниматься вот таким вот выстраиванием слов и сплетением из них чего-то. Я в значительно меньшей степени, в значительно большей степени развлекаю почти низшую публику.